Особое мнение на 101 FM. 13.06 в Кирове. Да, это программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. И свое особое мнение впервые в нашей программе высказывает член Общественной палаты Кировской области Игорь Панкратов. Игорь, добрый день. Добрый день. Я сейчас к нашим слушателям обращаюсь. Мы, как и обещали, вводим новых спикеров, новых экспертов в нашу программу «Особое мнение», точно так же, как и в «Дневные развороты», и в программу «Урбан», и в «Разворот на бизнес». Игорь Владимирович был у нас уже в программе как раз «Разворот на бизнес». Да. Сейчас, как член общественного палаты, как человек, который активно сейчас обсуждает в соцсетях важные социальные вопросы, которые касаются нашего региона, мы пригласили, это старт. И поэтому у нас все равно красной нитью через эту программу будет проходить история знакомства с вами, для того, чтобы слушатели поняли вообще, с кем они дело имеют. А дальше уже будем разбираться, да, что называется. Начнем мы с КВНа и молодежной политики. Я процитирую ваш Facebook. Вы написали не один пост после победы команды «Вятка», команды высшей лиги КВН, в чемпионате, собственно говоря, страны. Команда «Вятка» победила, 3 восклицательных знака. Это большой успех и, конечно же, огромная ответственность. КВН – это не только шутки и смех, как, к сожалению, многие думают. КВН – это мощный инструмент молодежной политики, восклицательный знак, кавычки закрываются, у меня. Пост большой. Написали вы это у себя в Фейсбуке. У вас открытый Фейсбук, можно на вас подписаться и смотреть, что вы пишете. Выглядит все, что вы там написали, как утверждение. В частности, еще раз последняя строчка, КВН – это мощный инструмент молодежной политики, это утверждение. А на чем она основана? Ну, в первую очередь я бы хотел остановиться вообще на самом понятии, да, что такое молодежная политика. Это, в первую очередь, это такой определенный комплекс мер, направленных на создание условий для эффективной самореализации, самосовершенствования, социализации молодежи. И поэтому молодежной политикой надо обязательно заниматься. И заниматься должно и правительство, и общество, и активно вовлекать туда саму молодежь. И, на мой взгляд, существует несколько, ну, много площадок, но одна из самых больших таких площадок, это, на мой взгляд, это КВН. В стране? В стране. И во многих регионах они созданы свои региональные, которые где-то интегрированы в эту сеть АМИАК. АМИК, извиняюсь. Вот. И... Александр Масляков и компания. Да, Александр Масляков и компания. И поэтому на этой площадке, во-первых, она, самое главное, она на позитиве. Ну, то есть это очень хорошо. Во-вторых, там молодежь, она охватывает возраст, начиная там с там, вторых, третьих классов и до там 30 и старше лет. То есть... Там люди играют, они общаются, они умеют креативно мыслить, учатся креативно мыслить, находить какое-то решение в сложных ситуациях. Поэтому это, я думаю, что очень хорошая и серьезная альтернатива любым другим деструктивным каким-то вещам, которые подвержены наше общество. И я только за это. Это первая часть ответа на ваш вопрос. А вторая, что оно, естественно, вот это движение КВН, если оно будет развиваться в том плане, в котором оно намечено сейчас и правительством, и самими ребятами, которые входят и являются яркими представителями вот этого КВНовского движения. Это мы уже про Кировскую область. Мы про Кировскую область говорим. Тогда мы действительно сможем, это не будет ограничиваться только вот игрой КВН, хотя это тоже хорошо. У ребят на данный момент уже очень много разного рода проектов, именно по коммуникации с молодежью, по выстраиванию с ними отношений, чтобы ребята были вовлечены во что-то позитивное и в нормальное. Поэтому я думаю, что действительно вот эта победа, этот финал, это не окончание чего-то, что все, вот мы выиграли, и на этом мы заканчиваем. Сейчас мы разберем эту историю. Да. Это очень интересно на самом деле, потому что мало кто понимает, что произошло в этом году. Была почившая команда. КВН, «Вятка». Да, когда-то это была «Вятка Автомат». Их очень долго не было вообще, этих ребят, нигде. И вдруг они появились, они тут были тоже в нашем эфире, и вдруг они стали, прошли отборочный тур в Сочи, и вдруг они стали играть. А что это было такое, я не очень понимаю. Откуда они взялись? Кто их пригрел?
И самое главное, о чем пишут сейчас в интернете, и в том числе к нам на сайт пришли вопросы для вас специально, Игорь. Кто финансирует КВН, Сельмаш или все-таки областной бюджет? Что это вообще случилось? Ну, команда эта действительно она известная. Она в определенные там, 6 или 7 лет назад она играла в высшей лиге, но на тот момент они тогда не смогли пробиться через, кажется, полуфинал, и на этом все закончилось. А потом ребята, ну, каждый занимался там своим делом, разъехались, и вот в 2017 году они решили возобновить это свое движение, объединиться заново и попытать свое счастье, и попытать взять вот этот Олимп, чемпионский Олимп по лиге КВН, по российской. И ну, мы все понимаем, что это все требует определенных затрат, даже не только затрат материальных, а еще поддержки. То есть без поддержки органов власти очень сложно ну, как-то продвинуться и идти вперед. Поэтому первое движение, которое они сделали, они пришли на прием к первому заместителю председателя правительства Александру Чурину, объяснили все свои задумки, все свои планы и попросили оказать определенную помощь и поддержку, чтобы команда КВН попыталась свое счастье сначала вот пройти отборочный в Сочи, а потом уже идти, если они там пройдут, идти дальше. Ну да, когда представляют команды, они всегда говорят, благодарим того-то, того-то, благодарим тех-то, тех-то. И обязательно говорят про там, либо губернатора, либо про правительство, либо про бизнес-структуры, или все вместе у них так бывает? Не, у них все обычно все вместе, потому что я говорю, это такой симбиоз вот тех вещей, которые сложились именно удачно и позволили нашей команде представлять наш регион на российском уровне. И когда они пришли, они объяснили, но одно из самых главных условий, на что бы я хотел обратить внимание, Александру Анатольевичу было тогда озвучено, что мы готовы поддержать, и мы поддержим команду, но только в том случае, что если это все не ограничится только вот этой игрой на центральном телевидении, и на этом все закончится, ребята получили определенный пиар, получили определенную славу и ушли дальше зарабатывать деньги на какие-то телеканалы. То это было категоричное условие, что так мы помогать не будем. Будем помогать только в том случае, если вы займетесь активно работой в среде молодежи, будете развивать коммуникации в молодежной среде, различного рода проекты, будете активно здесь присутствовать. Когда была достигнута вот эта договоренность, потом уже, то есть правительство дало свое добро, был найден генеральный спонсор, это акционерное общество «Завод Сельмаш», который выступил вот именно как со стороны финансовой поддержки. И ребята пошли сначала в Сочи, они очень хорошо там выступили, показали, прошли отборочный. Ну, а дальше, я думаю, что все видели, вот все практически, кроме последнего выступления, все видели их выступление. Ребята хорошо показывали себя, представляли хорошо нашу область, наш город и, ну, вообще нашу молодежь. Надо сказать просто, поскольку я знакомлюсь, сейчас слушатели с вами, Игорь, что Игорь Панкрат не просто так, не вдруг, внезапно оказался с КВНщиками в КВНе в нашей области. Потому что, и, собственно, из речи вашей абсолютно понятно, что вы работали во властных структурах, и это было, насколько я помню, в городе Самаре. Правильно? Да, да. Да. Слава богу, с Саратовым не спутала. В городе Самаре, где вы активно участвовали в поддержке вот этого направления развития КВН, именно как инструмента молодежной политики региона и как инструмент молодежной политики Самарского региона. Там КВН имеет бюджетное финансирование, так? Да, да. Большое ли оно? На 3 года было в бюджете запланировано, и вот на данный момент 2019 год это вот заканчивается, 53 миллиона рублей. Зачем? Это там целая индустрия. То есть сделано огромное количество лиг, школ КВН. То есть есть определенная селекция такая. То есть начинают дети играть чуть ли не в садиках, в начальных классах, в деревнях, в сельских школах. После этого, когда ребенок переходит, допустим, учиться в город, он уже в институте играет. По производственным предприятиям, промышленная лига, лига правоохранительных, медицинских работников. То есть огромное количество. На тот момент, вот когда я там работал,
работал, то есть в самой игре активно принимали участие, играли около 5000 человек. А вообще в орбите, вот мы, ну это сложно, конечно, подсчитать, это друзья, болельщики, то, кто помогает. Семьи. Да, то есть семьи. Это более 50 тысяч человек. И эти ребята, они там очень активно, они участвуют в субботниках, они участвуют в различного рода мероприятиях. 1 сентября ездят по детским домам. Ну, то есть они представляют и работают именно с молодежью, и это дает огромный-огромный эффект. И вот поэтому в Самарской области вот там и приняли такое решение о том, чтобы вот выделить денежные средства. Здесь, в Кирове, пока об этом речь не идет, мы стараемся найти, изыскать другие возможности, чтобы не... Потому что ну, тяжело с бюджетом. И поэтому я думаю, что мы сможем каким-то образом развить это направление здесь. Ответ на вопрос нашего слушателя, который он оставил на нашем сайте. А напоминаю, что на сайте hakira.ru у вас есть всегда возможность задать вопрос нашим спикерам, которые приходят в особое мнение. Да, правительство поддерживает. Да, видит в команде инструмент молодежной политики. Финансируется бизнесом на данный момент. Прервемся на полминуты. Особое мнение на 101 FM. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. Свое особое мнение впервые в нашей студии высказывает член Общественной палаты Кировской области Игорь Панкратов, представитель завода «Сельмаш». Правильно? Да, помощник генерального директора. Помощник генерального директора. Поэтому вы можете говорить за «Сельмаш» и можете говорить за свою позицию. А зачем им дали корочки советников губернатора? Вот этим КВНчикам с интересными никами, да, с псевдонимами. Доктор, что там, смерть? Да нет, смерти кто нет. Кто там есть? Там разных, но мы не будем сейчас их много. Зачем им дали корочки советников губернатора? Это еще один вопрос из соцсетей. Давайте опять же изначально, что такое советник? Это советник, это человек, который обладает определенными познаниями в чем, в какой-то либо сфере. И у губернатора по многим направлениям есть советники. Это, они на общественной основе, еще раз хотел бы сказать, эти советники не получают никаких денег бюджетных. Вот. И это их мнение, для чего это сделано, это не только в Кировской области, это присутствует в каждом субъекте. Есть чиновничий аппарат, который по каждому направлению действий докладывает губернатору или мэру определенную обстановку. Бумажки складывают, диаграммы рисуют. Но я работал в этой системе, я знаю, что иногда эта система просто подстраивается, как вот хочет видеть начальник. И они подкладывают именно такое мнение, чтобы главный начальник не разозлился. А объективное оно, не объективное, уже никого не волнует. И поэтому берутся вот такие советники по каждому направлению деятельности, которые могут объективно дать оценку какой-либо сфере, по которой они взяты советниками. Их частная жизнь, их профессиональная жизнь не будет зависеть от того, разозлится там Игорь Владимирович Васильев или не разозлится. Они никак к нему не привязаны. Они не привязаны, они не получают от него заработной платы. То есть они не идут по карьерной лестнице. Им интересно только то направление, за которое они отвечают и по которому они советники. Вот поэтому эти ребята, они являются определенными драйвами в молодежной среде. Они имеют авторитет в молодежной среде и знают, чем дышит молодежь и как надо с этой молодежью разговаривать. Поэтому именно на основе этого, я думаю, это одно из главных вещей, было, которое, ну, и поводов, и оснований послужило для того, чтобы их взяли советниками. Это первый момент. Второй, когда, опять же, это может быть из чиновничьей сферы, когда у тебя есть определенный статус, ты можешь задавать вопросы, ты можешь где-то потребовать даже, чтобы дали ответ. Потому что все знают, что у ребят есть прямой телефон губернатора, и если кто-то им на что-то не ответит в сфере их деятельности, то они могут набрать и об этом пожаловаться. То есть чиновники, поверьте мне, это очень чуют быстро. Опять же, знаю, так как там работал. Вот. И опять же, они, когда у них есть такой статус, они могут, то есть у них есть ответственность за то, что они делают. Они уже не могут просто так вот как прийти, пошутить и там уйти. То есть они понимают, какое на них грань ответственности. И самый последний момент. Мне кажется, что дать советников людям, которые вот по линии молодежной политики занимаются вот этими направлениями, это определенный показатель, как относятся к этой сфере. Это, ну, что к эта сфера, к ней относятся внимательно, она важна и ей занимаются. Зачем им дали помещение? Целый дворец молодежи?
Ну, отдали помещение, тоже бы я так не сказал. В этом помещении им выделили определенную территорию, как, так называемый дом КВН. Да, руководителем этого дома молодежи он был заменен, поставлен один из выходцев из КВН, Дмитрий Целищев. И в первую очередь, ну, все, наверное, были в Дворце молодежи. Он, конечно, Авангард, очень... Авангард, да, бывший? Ну, да. Да, на Красноармейской, кажется, улице. То есть очень, конечно, такое здание запущенное, которое надо приводить, во-первых, в порядок. Во-вторых, помимо приведения общего вот, здания, надо, естественно, наполнять это здание определенными смысловыми новыми, определенными современными вещами, чтобы это место было притяжением молодежи, чтобы они шли туда общаться, и они между альтернативой какой-то там подвал кальянный там, или еще что-то, улица, они выбирали именно это место. И вот я думаю, что вот эта задача губернатором поставлена, первым замом, как куратором молодежной политики. Я думаю, что она будет Чурина. Выполняться. Да, Александром Анатольевичем. И я думаю, что она, эта задача выполнится. Ну, я вам скажу свое впечатление о Дворце молодежи, бывший Авангард. А ты туда заходишь, буквально поднимаешься по лестнице, и у меня ощущение, что я вернулась лет на 30-40 назад. Ну вот просто от самого здания. И от атмосферы в этом здании. И все такое старое, затклое, обшарпанное. Я очень с большим трудом себе представляю, как это помещение может стать драйвером молодежной политики. Очень бы не хотелось, чтобы это место превращалось просто в офисный центр, который сдают помещение. Отчасти где-то, может быть, так и на данный момент есть, но вот надо его наполнить. Я понимаю, что денег бюджетных, опять же, всегда не хватает, но будут стараться их изыскивать, будут искать какие-то возможности. Я думаю, что все равно в ближайшее время, вот в следующем году, мы активно, то есть будем этим заниматься и помогать и ребятам, и помогать, ну, то есть этими вопросами. Да. Да. Тема очень хорошая. Мы с вами запланировали много вопросов, но придется все-таки по этой теме пройтись. Потому что на самом деле вся игра КВН, и в том числе финал, где победила команда «Вятка», вызвала в соцсетях прямо целый бум различного рода постов. И не все они восхищенные, как вы написали, победили. Это значит успех. И там кто был, там делали видео и снимали, и говорили. Вот, например, Вячеслав Тихонов пишет. Это известный в нашем городе человек, который сам организует различные мероприятия, за ним парад дружбы народов, так напомню. Он пишет, просто совпало, на одной неделе Артемий Лебедев высказался про Киров, какой-то он особенно депрессивный, и команда региона победила в некогда очень смешном телепроекте. КВН. Так кто же прав, Масляков или Лебедев? Отметим несколько сразу, наверное, точек, я специально сделала акцент. Некогда смешная игра, телепроект, а вовсе не инструмент молодежной политики. Ну и что, собственно, смеяться, когда такая депрессия кругом, как Артемий Лебедев говорит? Ну, во-первых, каждый имеет свое право на свою точку зрения. Безусловно. Поэтому я, ну, как сказать, я ее принимаю и готов по этой теме, естественно, подискутировать. То, что этот проект популярный, ну, есть замеры, есть мнение молодежи, ну, просто даже залы, да, которые собирает эта игра и какое количество Игорь, людей. У вас есть опыт Самарской области. Да, то есть он очень богат. Я и в Мордовии, когда работал, мы с ними очень плотно занимались. Я знаю там, как это было. Потом Самара, теперь город Киров. И что-то мне подсказывает, что вы были инициатором всей этой истории. Теперь уже после Мордовии и Самары. Я был один из, потому что я внутренне считаю, что это очень мощный инструмент молодежной политики. Именно сейчас, когда, вот как любой родитель, меня, наверное, поймет каждый, что нам очень сложно иногда общаться с нашими детьми, которым 12, 14, 17 лет. И иногда они просто нас не понимают, потому что мы разговариваем иногда на разных языках, хотя о понятных вещах. И необходимо, чтобы был какой-то круг общений, друзей, которые могли бы многие вещи правильные, хорошие доносить именно в том языке, которым им понятно. И если этим заниматься, то это действительно будет так. И мы на это настроены, и мы именно не ради вот какой-то сиюминутной славы мы этим всем занимаемся. Насчет депрессивности региона. И надо ли смеяться в таком случае? Я бы, знаете, вот
все-таки разделил какие-то вещи. Да, есть определенные проблемы во многих вещах, там и в городе, и в области. Они довольно-таки серьезные, эти Согласна, проблемы. Что регион депрессивный? Город наш. Вот Артемий Лебедев был тут проездом. В 2009 году. Но это очень известный человек. Он практически всей Москве брендинг сделал. Там, да, начиная от метро и заканчивая там. Есть, ну, немножко я соглашусь с тем, что да, действительно это присутствует. Но сейчас есть такие позывы, которые говорят о том, что регион меняется. И я бы разделил все-таки, когда у нас власть, допустим, ну, плохо чем-то занимается, и есть к ней претензии, надо действительно с этой власти и требовать, чтобы они выполняли свой функционал. Но я не вижу взаимосвязи, что эта власть делает это плохо, допустим, там дороги или там с мусором или еще что-то, что в этом виноват КВН. Ну, то есть зачем их вот совмещать вообще? КВН это отдельно. То есть вот этим направлением занимаются хорошо, где-то занимаются похуже. Надо этим и заниматься. А у нас это идет, ну, какое-то сопоставление. Мне кажется, это не совсем правильно. И нам помимо улиц и благоустройства города все равно надо наполнять наш город культурными, творческими, какими-то интересными, интеллектуальными смыслами. И в этом плане я думаю, что это один из хороших прорывов, который мы сделали. И это же, вот еще, чтобы наш город не был депрессивный, у нас приближается 650-летие нашего города. Это огромный шанс, это великий шанс, потому что у многих городов, где бы я, опять же, не работал, и Саранск, и Самары, и, ну, знаю, естественно, там Казань, другие, именно когда были вот такие большие события, вот именно тогда город прорывался, когда он менял и благоустройство свое, и менял его полностью весь этот город. И нам в настоящий момент надо использовать вот этот шанс для того, чтобы заменить и сделать наш город не депрессивным, и чтобы и потом можно опять Артемия Лебедева пригласить в наш город и, ну, похвастаться тем, что, как он изменился. Вы в общественной палате тоже, Игорь, вошли в комиссию, которая занимается в том числе и молодежной политикой. Но, честно говоря, в моем представлении такое направление молодежка, которое, кажется, всегда воспринимается как не главное. Второстепенное. Вообще непонятно, кто занимается этой молодежкой, кому она нужна. То ГТО через молодежку внедряют, то ищет, то выгоняет на митинги через Министерство молодежной политики, там, да, департамент. Ну, вот как-то так воспринимают. Да, вот субботник надо через это самое, там, концерты по расписанию. Это вот такая история. И такое ощущение, что ее никто толком-то не формирует, потому что не понимает цели этой самой молодежной политики. Да? А вот на ваш взгляд, насколько серьезно этим надо заниматься? И почему? Ну, перестали ей заниматься, может быть, так активно. Мне кажется, вот в такой промежуток времени, это вот там конец 80-х, ну, может, даже начало 90-х, и вот был определенный период, когда действительно молодежь была брошена. Если мы вспомним советское время, октябрята, комсомол, да, все было, пионер, все понятно. Там было все ясно, все понятно, мы к чему идем, было весело, но мы же не ощущаем сейчас на данный момент, что нас куда-то там загоняли. Я не знаю, я вспоминаю это время только с теплым чувством добра и хороших вот этих воспоминаний. И сейчас, на данный момент, этих институтов нет. Там, комсомола, октября, надо чем-то заменять. Если есть такая вот фраза, если мы не будем кормить свою армию, будем кормить чужую. И мне здесь кажется, она очень подходит. Если мы не будем заниматься молодежью, и делать какие-то приоритеты и помогать им, то молодежью займутся кто-то другие. Как, например, в 90-х годах это произошло. Да. И это еще одна история и линия, которую я хочу вывести в нашей программе. Особое мнение. Напоминаю, что Игорь Панкратов у нас впервые в этой программе, и моя задача в том числе вас слушать или познакомить с ним. Это история про как раз вот замену смыслов. Да? Когда нет смыслов в окружающей среде, там, в стратегии развития государства, города, твоего района, твоей школы, твоего института, то всегда найдутся люди, которые увлекут молодежь, потому что молодежь — это самая активная, самая активная часть людей. Им постоянно нужно что-то делать, креативить, искать, пробовать. И если им тут не дают попробовать, найдутся те, кто дадут попробовать что-то другое. Я хочу сказать, что Игорь Панкратов, полковник полиции, да, все-таки, да? Ну, начал еще и как полковник милиции, конечно. Да. Человек, который 20 лет громил банды, боролся с организованной преступностью. И, кстати говоря, Бабко в общественной палате Кировской области, вы в нескольких комиссиях. Одна занимается молодежкой, другая, между прочим, занимается безопасностью. Да. Прервемся на полторы минуты, и вот здесь вот я попытаюсь какие-то параллели тогда в таком случае провести, потому что не зря же вы и молодежкой решили заняться, и в том числе, и с другой стороны, безопасностью.
Особое мнение на 101 FM. Да, это действительно особое мнение, высказывает его сегодня Игорь Панкратов, новичок у нас в нашей программе, в программе «Особое мнение». Микрофон работает Светлана Занько, вот новичок в программе «Особое мнение». А вот что касается того, чтобы банды громить и рассуждать о бандитизме и о замене смыслов, мы с молодежкой тут связываем, да, в параллели, там, если молодежи не предлагают что-то хорошее, предложат что-то плохое. Вот здесь он не новичок, потому что Игорь Владимирович — полковник полиции, человек, который работал 20 лет с тем, что занимался борьбой с организованной преступностью. Давайте вот буквально пару фраз. Игорь, надо сказать, что вы все-таки в Кирове жили до того момента, как уехали в другие регионы, и в Перми, да, в Самару, и в Саранск. Да? Вот чуть-чуть из биографии, буквально пару строк. Что вы заканчивали, как вы в полицию попали? Я учился в 28-й школе с 1 по 10 класс. После 10 класса объявили, что в школы милиции принимают не после армии, а можно со школьной скамьи. И вот я поступил в Пермский факультет юридического института МВД России в городе Перми. И там отучился 4 года. Но там так получилось, что родители переехали в Нижний Новгород. Да, это еще один город. Да. Да, переехали в Нижний Новгород, и мне пришлось ехать туда. И вот там я после школьной скамьи попал в Волговятск, региональное управление по борьбе с оргпреступностью, где занимался борьбой с бандитизмом и лидерами уголовно-преступной среды. Ну и потом так сложилась судьба, что я там отработал 9 лет, потом в связи с осложнением оперативной обстановки в городе Саранске, там начались криминальные войны, меня направили туда, я там отработал 9 лет, а потом уже вот ушел в отставку и работал в Самаре в контрольном департаменте, и потом переехал сюда, и город для меня родной, у меня родом отсюда жена, старшая дочь, то есть друзья. То есть город для меня представляет очень, ну, такую и ценность, и душевность. Ну, смотрите, что касается 90-х, мы с вами об этом говорили, когда о молодежи говорили. 90-е годы действительно разгул преступности, бандитизма, вот эти самые банды, организованная преступность. И отклики этих историй мы слышим прямо вот и сейчас. Вот буквально несколько лет назад только был посажен самый серьезный и большой авторитет 90-х годов по кличке Прокоп. Наверняка ведь знакомились, да, с этой, да, историей. И до сих пор раскручиваются вот эти банды 90-х. Последствия — это люди, которые жили, уже вроде занимались бизнесом каким-то, еще чем-то. Но в то же время, в последнее время я стала замечать, простите за тавтологию, замечать, что снова и снова возникают материалы о том, что в связи с тем, что благосостояние населения падает, неустойчивая какая-то социальная обстановка, политическая, прессинг какой-то, снова стали организовываться какие-то молодежные небольшие группировки, банды. Может быть, это просто какие-то вкрапления, и это всегда существовало? Или у нас снова какая-то ситуация такая напряженная возникает? Организованная преступность — это одна из самых опасных видов преступлений, потому что это профессиональные преступники, которые выбрали именно вот образ жизни их совершения преступлений. И она всегда появляется, она же вот когда в первую очередь, когда столкнулись с ним тогда Советский Союз, это 80-е годы, когда власть начала слабеть, появились новые виды вот этих преступлений, власть не могла регулировать какие-то вопросы, на их место всегда приходят вот эти профессиональные преступники. И вот именно в тот момент тогда вот с колес создавали это подразделение по борьбе с оргпреступностью, потому что это совершенно новый вид преступлений, и ими общие традиционные методы бороться с ним нельзя. Потом в какой-то момент, вот сейчас у нас там в 2008 году было принято решение, что эти подразделения нужны. Ну, вроде сказали, что нет оргпреступности, и поэтому все это реорганизовали. А сейчас, на данный момент, да, то есть я много там читаю, анализирую определенные документы, которые есть в разных субъектах, и вижу, что действительно начинаются вот эти процессы, которые предпосылки вот возрождения вот этой организованной преступности, но только уже в более сложном виде, не в том виде, в котором она была 80-е, с этим мы научились бороться. А сейчас совершенно другой вид этой преступности. Он, начиная от нападений там, разбойных на дальнобойщиков, да, а второй момент — это вот эта связь
коррумпированной и чиновников, и преступников, и, самое что печальное, и правоохранителей. И она дает такой сегмент, с которым надо целенаправленно заниматься. А на настоящий момент, ну, то есть нету вот этого целевого подразделения, которым бы этим занималось. И самое что печальное, именно в эти группировки попадает, и в том числе молодежь. И попадает она не на ведущие роли, где человек полностью с деньгами, с властью, а попадает именно как пушечное мясо, которое кидают на самые виды таких, ну, преступлений, в общем, где-то, может, и уголовных, и экономических, и человек или попадает в тюрьму, и там проводит продолжительное время, за оргпреступность всегда дают с этим квалифицирующим признаком очень много, или, не дай бог, он, конечно, погибает. И за моей практике было очень много таких молодых людей, которые оставили свою жизнь вот на асфальте у своего дома, у подъезда. Они туда зачем идут, молодые люди? А это люди из неблагополучных семей, которые вот это единственный способ выжить? Или такие организованные преступные группировки, о которых вы сейчас говорите, да, срощенные из власть имущих, большого бизнеса и контрольных органов, они видят это как определенный, там, как мы говорим, там, лифт, да, профессиональный рост. Потому что если тебя призывают, ты знаешь, что там есть вот этот, ну тебя же не оставят. Но ты, может быть, можешь продвинуться через эту историю. Вот что они думают? В том-то и дело, что здесь на данный момент и на прошлые годы, когда мы занимались, нету определенного рецепта, что вот это только так, все по-другому. У каждого своя судьба есть. Кто-то попадает действительно из-за того, что ему просто надо что-то кушать. А он занимается спортом, он сильный, где-то может быть умный, если мы берем какие-то новые виды преступлений, там, связанные с компьютерными технологиями, с мошенничествами. А кто-то так самоутверждается. Ну, то есть это разные виды. И поэтому я и говорю о том, что этими видами надо, ну, преступления целенаправленно заниматься. И заниматься не только вот это одно должно подразделение, оно, да, оно уже такими основными позициями в этой группе. И заниматься вот именно молодежи, которая попадает именно туда. Сейчас именно такое время, когда у нас возникают определенные сложности, определенные конфликты, есть определенное падение достатка нашего населения, конфликты существуют. Я вот, ну, если даже так статистику посмотреть, большое количество, то есть есть поджоги увеличились, mm-hmm. да? Увеличились совершения, связанные то, что за преступления с наркотиками. Mm-hmm. То есть увеличение количества совершений мошенничеств. Это одно из, как и новые виды преступлений, когда обманывают там бабушек, дедушек и другие какие-то, ну, виды преступления. И в то же время поджоги. Это когда люди зачастую решают свои коммерческие вопросы за счет поджога там, какого-то mm-hmm. строения. И этими вопросами надо заниматься. И вот и в общественной палате, то есть мы в эту, я в комиссию схожу, и я надеюсь, что мы будем более глубоко входить в эти вопросы и давать какие-то советы, рекомендации. Да, то у нас, знаете, да, как дома горят в центре города, а никто не виноват. Все случайно, потом бац, и новое здание. Но интересантов нет. Это, да, это опасная дорожка, Игорь Владимирович. Вы себе недоброжелатели таким образом завоюете, не боитесь? Да я уж отбоялся свое. Ну, то есть... Ясно. Ну вот я просто специально хотела, значит, еще раз хотела подчеркнуть это. Вот если человек, который там 20 лет группировки громил, считает, что нужно заниматься обязательно параллельно не только безопасностью, но и молодежной политикой, то стоит задуматься, конечно. Но у нас остается буквально 3 минуты. И еще одна история, тоже связанная с общественной вашей деятельностью. Это рабочая группа по контролю за строительством и ремонтом дорог. Она сейчас формируется. Она объявила, что она продолжает свою жизнь. И вы туда подали заявление. Зачем? Я вообще считаю, что бюджетных денег всегда не хватает. Надо те деньги, которые выделяются, надо их обязательно контролировать. Самое большое количество денег выделяется у нас сейчас на дороге. Контроль может быть как внутренний со стороны самих чиновников, как внешний, это надзорные органы. И самое, мне думается, сейчас на данный момент мощное оружие, это общественный контроль, потому что мы не связаны никакими сильными какими-то узами. То есть у нас есть огромное поле информационное, у нас есть определенные возможности направления запросов. Сейчас совершенно другая обстановка, и именно общественность выходит на одну из первых ролей. И оно заставляет и чиновников, и власть придержащих находиться в определенном тонусе и слушать. Как говорит наш
президент, что если вы не будете разговаривать в кабинетах, будете разговаривать на улице. Поэтому я и вошел в эту комиссию, потому что, ну, вошел, я подал заявление, еще у нас не было ни первого заседания. Я надеюсь, что мой опыт поможет разобраться во многих моментах и предупредить, чтобы те деньги, которые выделяются, чтобы они были потрачены именно на то, на что должны потрачены. Я думаю, что мы этими вопросами не только дорогами будем заниматься, а всеми теми, которые в настоящий момент интересуют город. И я не соглашусь, когда говорят, что общественная палата — это такой декоративный орган. То есть вот даже то, что сейчас общественная палата, какую позицию заняла по мусорной реформе, по другим направлениям, там, по парковкам, я думаю, что это довольно-таки сильный и весомый орган, который может отстоять позицию тех людей, которых он представляет, в первую очередь жителей Кирова и Кировской области. А связи еще остались по прежним местам службы? Не, ну, конечно, потому что те годы, которые я провел в правоохранительных органах, они всегда были связаны с такими большими эмоциями, и они такие, ну, крепкие, и мы до сих пор продолжаем поддерживать хорошие, добрые отношения. Ну, я так подозреваю, что не просто хорошие, добрые отношения там на корпоративах перед Новым годом и весточка, ведь потому что если вы входите сейчас в комиссию по контролю за строительством и ремонтом дорог, то контроль подразумевает некую информацию. Ну, информация — это... Да, без информации мы никак не можем... Я не прошу вас свои источники сейчас раскрыть. Но связи остались. Вы понимаете, как с этим работать? Есть связи. У нас сейчас самое главное понять. То есть огромное количество информации, больше 80% находится в открытом доступе. Она открытая, совершенно верно. Ее надо просто уметь взять, проанализировать. Очень тяжело сейчас, я думаю, некоторым чиновникам, которые себя иногда неправильно ведут, очень тяжело сейчас работать. Не могут никак осознать, да, то есть, что сейчас совершенно другое время. Все, что каждый день может произойти, все что угодно. И надо людей слушать. Можно с людьми договориться на любую тему. Главное им объяснить то, что вы хотите сделать. Если человек понимает, за что он платит, если он понимает, что делается, а не так. А у нас часто бывает, что один чиновник, сидя в кабинете, решил, забор будет зеленый. Ну, то есть никого не спрося, сделали зеленый забор, находим конфликт. И таких это минимальный пример. Да, самый простой пример. Да, самый простой. Если мы будем совещаться с населением и с народом, то есть проблем у нас будет меньше. Мы для этого пошли в общественную палату. Игорь Панкратов, член общественной палаты Кировской области нынешнего созыва. Светлана Занько, член общественной палаты Кировской области нынешнего созыва. Спасибо, что пришли к нам в гости. Сейчас через 15 минут пленарное заседание нашей с вами палаты. Да, надо стартовать. Благодарим наших слушателей за внимание и прощаемся. До свидания. Особое мнение на 101 FM.